эти ребята стоят здесь после моего дня рождения, с нашим днем рождения. И у нас тут бьет дождь. А вы ни хрена не увидите, потому что мой телефон дерьмово снимает. И вот здесь стоит Провин. Привет. Людмила, Дима, Наташа, я. Это инфракрасная камера, чтоб видеть тебя лучше. Да, все, мы записали видео, дальше мы будем писать видео из дождя. Всем пока, надеюсь, мы не утонем. Какие здесь дожди фигачат? А вот такие вот здесь дожди фигачат. Заливает все нафиг. А еще ветер дует такой, что все летает. Ну вот как-то так, да, вы все это можете видеть. И я могу все это видеть. А еще здесь очень сыро. Надо идти до гостиницы, а все льет нафиг и сверкает. Все надеются на то, что хранилище для воды будет заполнено и нам хватит воды на зиму. Пережидаем дождь, который шквал. Он еще сильнее, чем был. Заливает под крышей.